Ко Дню Победы отдельные категории граждан получат помощь. Максимальная сумма – 1800 рублей. Она положена инвалидам и участникам Великой Отечественной, тем, кто принимал участие в боевых действиях до 3 сентября 1945-го. Выплаты будут производиться с 25 апреля по 6 мая. В Беларуси продолжается прививочная кампания против COVID-19. Иммунизируются люди трудоспособного возраста, пенсионеры, беременные женщины и подростки. На выбор в поликлиниках российские и китайские препараты. Медики утверждают, период спада заболеваемости – лучшее время для вакцинации. Вузы Беларуси готовятся принять около 53,5 тысяч абитуриентов. Ставку делают на такие специальности, как техника и технология, садово-парковое строительство, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение и педагогика. В этом году увеличат количество мест на медицинские специальности, в том числе на бюджетную форму. У православных Страстная Пятница – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать страдания и смерть Христа. Пост становится особенно строгим, затем следует Великая Суббота. В храме Гроба Господня в Иерусалиме все ждут главного таинства – схождения благодатного огня. Горожан приглашают посетить пасхальную ярмарку на Социалистической. Она расположилась на пешеходной зоне от Карла Маркса до Дзержинского. Время работы с 9 до 15, 22 и 23 апреля. А здесь покупателям предложат куличи, кондитерские изделия, мясопродукты, рыбу и другие продовольственные товары.